Яна Рудковская продолжает отдыхать с семьей, мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей, на Сардинии, регулярно делится в своем инстаграм снимками в различных пляжных нарядах и брендовых купальниках. Но в утром в субботу, 10 августа, она удивила своих подписчиков. На новом фото она сидит в воде с русалочьим хвостом вместо ног. Русалка в душе, а кто-нибудь плавал в таком хвостике? Оказалось, быстрее, чем в ластах, но долго надо приспосабливаться, подписалась снимок Рудковская. Поклонники нашли перевоплощение занятным и очень заинтересовались новым модным способом плавания. Нечеловеческая красота, а в нем еще и плавать можно. Супер! Круто! Как же я хочу такой хвост! Треба-ракурс сзади, очень симпатичное плавание, а принца видели? До моря в нем нужно ползти по-пластунски. Интересуются фанаты. Однако некоторым показалось, что Рудковская уже совершенно не знает, чем себя занять. Да, видно, делать совсем нечего, уже не знает, что напялить. Осетрина не первой свежести, пишут злопыхатели. Ранее 5TV.ru писал, что Евгений Плющенко, путешествуя по Италии, сильно обгорел на солнце, чем очень обеспокоил своих поклонников.